Общеуниверситетский маркет вакансий. Под таким названием в этом году прошла ярмарка вакансий для студентов и выпускников Казанского федерального университета. На 4 этажах КСК КФУ «Уникс» разместились работодатели, предлагающие вакантные должности. В данном мероприятии принимают участие порядка 60 работодателей и 1500 обучающихся нашего университета. Кроме обучающихся, еще и выпускники нашего университета, которых мы приглашали отдельно, отдельными приглашениями. Во время мероприятия можно было не только получить актуальную информацию непосредственно от работодателей по вакансиям, стажировкам и местам практик, но и пройти экспресс-собеседование, оставить свое резюме и принять участие в десятке мастер-классов и лекций, которые были посвящены подготовке к собеседованию, составлению резюме и другим интересным темам. Мы двигаемся по тому принципу, что любое карьерное мероприятие все-таки должен нести в себе еще какой-то привлекательный характер. И мы стараемся разбавлять такие мероприятия различными развлекательными моментами. Например, здесь у нас работает в зоне фудкорта, кроме нашего Капита, наши партнеры Bubble Mania. То есть изготавливают коктейли безалкогольные, соответственно. Далее у нас работает зона Free Space, где можно поиграть в приставку, поиграть в футбол настольный и так далее. Благодаря маркету вакансий многие также узнали о портале для временного трудоустройства молодежи «Работа молодым». Проект был запущен в июле 2020 года при поддержке Минмолодежи Республики Татарстан. С его помощью на сегодняшний день нашли работу более 500 человек. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.